Привет, 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 мои маленькие любители мультфильмов! В эфире углического телевидения вечерняя детская передача «У Лёвушки в гостях». За окном мороз трескучий, но знаете ли, наверное, это очень даже хорошо. Объясню почему. Да потому, что этот самый мороз убивает вредные болезнетворные микробы. А значит, мои маленькие друзья перестанут болеть всякими там инфекционными заболеваниями. Это первая польза от мороза. А вторая весьма приятная. Замерзли все катки, и можно смело кататься на коньках. Но есть еще одна польза, такая сохраняющая называется. Вот. Ну, как вы думаете, что может сохранять холод, ну или мороз, а? Тепло не может сохранить никакой холод, а даже наоборот. Зато он может сохранить многие продукты, которые мы с вами кушаем. Говоря научным языком, употребляем в пищу. Еще в древности некоторые народы, ну, например, римляне, уже знали о сохраняющих свойствах холода. Поэтому они добывали лед на высоких горных склонах, где он не тает даже летом, и обкладывали этим льдом скоропортящиеся продукты, ну, чтобы они дольше сохранились свежими. Вот. Низкая температура, то есть холод, не дает размножаться опять же микроорганизмам, которые разрушают эти продукты. Но, как известно, не все продукты можно замораживать. Например, фрукты и яйца обычно не замораживают, а просто хранят в прохладном месте, потому что после размораживания они становятся не такими вкусными, да и менее полезными. А вот с многими овощами, а также с мясом и рыбой такого не происходит. Поэтому их обычно хранят в морозилке холодильника, который, друзья мои, наверняка имеется дома у каждого из вас. И все вы знаете, конечно, какая от него польза. Это незаменимый агрегат. Да, без холодильника нам с вами пришлось бы туговато. Впрочем, туговато бывает без всего, к чему привыкаешь. А привыкаем мы с вами, как правило, только к хорошему. И одной из таких хороших привычек в передаче «У Лёвушки в гостях» является привычка смотреть любимые мультики. Ну вот и все на сегодня, мои славные дружочки-телезрители. Лёвушка прощается с вами и желает вам сладких снов. А с завтрашнего утра только хорошего настроения и только хороших привычек. До новой встречи в передаче «У Лёвушки в гостях». Пока!